Итоги прошедшей недели подведены в администрации. О них доложили руководители управления и ведомств округа. Оперативная обстановка, вопросы пожарной безопасности и работа дорожных служб стали основными темами совещания. 180 ДТП произошло на территории обслуживания Люберецка ГИБДД. В авариях пострадали 10 человек. 1700 раз на минувшей неделе жители обращались в полицию. По заявлениям возбудили 19 уголовных дел. 16 из них раскрыли по горячим следам. Личный состав уже начинает подготовку к новогодним праздникам. Была «Черная пятница», очень много народу было в торговых центрах. 38 выездов по сигналу тревоги и ликвидация 11 пожаров. Такой выдалась неделя у люберецких огнеборцев. 3 возгорания произошли в городском округе. 27 ноября деревня Пихорка, улица Братская, на территории частного домовладения частный сарай. Также в результате пожара пострадавших нет. 30 ноября Люберцы, улица Космонавта, дом 32, квартира 24, квартира на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Также в результате пострадавших нет. К погодным неожиданностям готовятся дорожные службы округа. В рамках зимнего содержания дорог 65 километров обработали пискосоляной смесью. В этих работах задействовали 40 человек и 24 единицы спецтехники. В порядке содержалась и городская территория. Всего было привлечено 97 единиц спецтехники, задействовано 995 человек. За прошедший период вырублено 30 деревьев. Вывезено более 43 кубических метров мусора с несанкционированных свалок. Также на заседании стало известно, что за минувшую неделю в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило почти 9 тысяч обращений. Большинство звонков на горячую линию касались работы служб ЖКХ и экологии. Анна Троян, Александр Моисеев и Валерий Абсолямов. Телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.